Не так нравится. Они, видимо, поменяли как-то какую-то там форму у него. Ай, нога чешется как сильно. Прям широкие брови, да? На мое такое лицо. Хз, 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 ребят, хз. Надо, наверное, все-таки в бок. Норм, я считаю. Нам осталось только тушь и губы. Хотя можно было бы еще контурингом пройтись, конечно же. Но я не хочу. Моя любимая тушь в данный момент — это вот это. От L'Oréal Телескопик. Да, эфир сегодня, конечно, скучно получился. Как-то люди не заходили. А, еще, ребят, я видела, типа рекомендовали сыворотку для роста ресниц и бровей от Top Lash. Вот, и действительно, я посмотрела на Валбрисе, очень много хороших о ней отзывов. И типа реально видно результаты людей. То есть там все фотки прикрепляли, типа до, после, вот это вот. Кто-нибудь знает, она типа годная. Мне как-то немножечко ее покупать так себе средний, потому что она стоит около 100 рублей белорусских. Мне как бы не жалуюсь на свои ресницы, да? Ну, то есть, видите, какие они, когда тушью накрасить. Но, ну, всегда же хочется большего, конечно же. Типа, если бы я могла их отрастить еще больше длиннее, заламинировать, то, может, вообще было бы бомба. Кстати, уже надо новую тушь покупать, это уже немного подсохло. Ладно, возможно, еще раз сегодня выйду в эфир еще. Ну да, реснички у меня, конечно, классные получились. Порваху с Мултона. Прям смотрю на себя и не узнаю.